получила огромную моральную травму от Нефёдова Сергея, который арендовал нашу квартиру. В общем, трясет всю, просто даже самое, даже не знаю, что сказать. Смотрите сами, какой стресс мы испытали. Страшнейший стресс. И полиция не выселила. Вот, дорогие друзья, вот так вот арендуют квартиры. Мы с мужем сдаем официально эту квартиру. По договору платим все налоги. Этот человек, он получает весь социальный пакет, получает все дотации. Вот видите, сейчас он хочет быть агрессивным. Вот. Он, посмотрите, мы с мужем владельцы этой квартиры, до какого состояния он довел квартиру. На Ютубе? Да, на Ютубе. Я снимаю для Ютуба. Потом говорят, что арендодатели некорректные с этим самым, с арендаторами. Пожалуйста, посмотрите это самое. Взятку мне дает. Ешь сам. Посмотрите. Посмотрите. Ну, вот это официальный есть договор. Официальный договор. Смотрите, что творится. Руки трясутся, просто камера не может и сама. Не могу держать. Руки трясутся. Вот это. Это наше имущество, которое это пришло, имущество. Пришло в негодность. Пришло вот в негодность все, посмотрите. Посмотрите, все пришло в негодность. Соседи жалуются, за квартиру не платят. А дотации от государства получают полностью. То это пакеты и все остальное. Ну, это его. Вот. Такая красота сейчас в нашей собственности. Это наша собственность. Выглядит вот так, которую мы приобрели когда-то с мужем. И сейчас вот такое свинство здесь делает. О, даже не открывается дверь. А, так она сломана, Ваня. Дверь выломана. Выломано все, выломано. Смотрите, что здесь. Здесь я курки прямо на диване. А вот смотри, теперь ваш холодильник. Здесь все сломано. Вы меня что натворили? Ёб твою мать, боже. Все сломано. Это документальное видео. Документальное видео будет на Ютубе. Это Ютубе. Да. Собирай вещи, собирай. Конечно, нет. Конечно, нет. Я же сказал, что голова будет. Не надо так делать. Вот так. Меня трогать не надо. Ну, да, за тебя трогать, тебя испачкаться можно. Да. Трогать, да. Не запивайте. Сейчас ждем маклера. Сейчас маклер приедет. Видите, хозяин жизни. Смотрите. Вот такой упитая. Опаньки! Забирай. Вот. Заходи. Потом Зеленскому закон был не писан. Да. Давайте-ка не будем реально со мной разговаривать, иначе раз гашну. Да. Несет пол прибавки. А что ты там это самое про украинцев говоришь? Давайте. Смотри, он от плиты будет прикуривать. Да, он такой. Не, Андрей, он зажигалку вниз ушел. А что, видео на YouTube, по-моему, это да, конечно. Да. Ты никогда в жизни больше противника не получишь, ни у кого. Блин, ну вам нахрена это вообще? А у меня канал на YouTube. Так что ты попал круто на ТВ. Ты горшок снял? Конечно. И горшок, и все вот это. Как арендуют квартиру. Как там, Нефёдов? Сергей Нефёдов? Да. А, он порешает вопрос, он все это он сам. Решает, посмотрите. Он же этот, как его?
Недоверенские. Да. Пугает нас это самое, про украинцев тут говорит. Говорит, что он из Изавирума, что он нас тут сразу же ты-ты-ты-ты. Покоцает. Да, но, видимо, соображает, что телефон в руках, поэтому чуть-чуть, видимо, извините, посыкивает. Вот так. А, сдали квартиру. Малой сейчас поднимется, даже Вася Зачуп может подъехать. Ну, мы не знаем твоего Васю Зачупа. Мы знаем, что мы владельцы этой квартиры, которую ты изуродовал. Я вообще не уродовал. Конечно, ты не уродовал. Конечно, ты же, ну, это нормальное твое состояние. В общем, ладно. Так жить. Про общение, да. Ладно. Когда подъедет? Подъедет, когда подъедет. Мы ждем маклера, чтобы расторгнуть с тобой договор. С сегодняшнего дня. На утро ты должен покинуть полностью эту квартиру. Ой, молодец, молодец. Ну, а что еще у тебя? Что тебе еще не нравится? Вот у тебя для видео целое. Где там у тебя это литра-то? А, вот в пакете у него там уже литра. Эпоха будет целая. Брат стоит внизу, ждет, когда разрешится. Понедельник. Сегодня какой у нас 20 ноября 2022 года? Ну, я в курсе. В курсе? Ой, какой молодец, хотя бы что-то знаешь. Я даже знаю республику, в которой мы находимся. Да? Это не страна. Так не забывай, что это республика, тебе дает всякий эти социальный пакет. Ты пользуешься этим пакетом, потому что ты получил инвалидность. Нет. Ты нас разводил, нет, чтобы мы тебя прописали. Мы тебя прописали. Ты получаешь социальный пакет от государства. Тебе дают помощь, но ты совершенно не платишь за квартиру. И еще вот это вот сделал все. Так что... Просил, у тебя включена плита. Если ты сделаешь пожар... И что случится? А, ничего не случится. Она вообще-то выключена. Да, ну посмотри. Да. А теперь внимательно посмотри. Я-то вижу. Этот датчик говорит о том, что она... Ты вообще конфорку видишь или нет? Да ничего не видит. Он же пьяный. Богу же. Ну да, согласен. Круты парни. Машину гаражу. Ну, это, да, давай, расскажи нам еще что-нибудь. Да нет, у тебя подписчиков мало. Только, а что ты волнуешься за моих подписчиков-то, господи? Ты, главное дело, волнуйся за свое отношение к государству. Что там... получаешь от государства. Ждем, ждем, ждем маклера, чтобы расторгнуть договор. Ждем. Он измывается над нами как может. Соседи жалуются. Он включил полного дурака и говорит, что он здесь будет жить. И, в общем, все, как говорится, права за ним. Вот так вот, люди. Смотрите. Вот, видите, он мне угрожает. И говорит, еще 10 минут, и он это самое. Он живет в моей... Я говорил, что... А у меня телефон не работает. Ага. А вот, заработал телефон. А заработал. А вот теперь дальше... Заработал телефон. Это он объяснял, что почему он не переводит деньги, и почему он даже не позвонил ни разу. А вот теперь нажми на него. Да нас не интересует. Это меня не интересует. У тебя же телефона нет? Сомневаюсь, что... У тебя же телефона нет, тебе будку построят. Такую с картой? Да, такую хочешь, такую построят. Попробуй. Ну для тебя лично, у тебя же своего ничего нету. Тебе построят все, что ты хочешь. Я не с вами сейчас говорю, но серьезно. А что, я сама с собой, это моя квартира. Это моя квартира. Я плачу налоги с этой квартиры. Платила до того времени, пока ты перестал платить. Так что это самое. Окна нету. А окон здесь нет окна. Там дверь балконная выломана. Рама на балконе тоже выломаны. Ну, в общем, ну, господи, все выломано. Что тут и говорить-то? Тут даже говорить нечего. Он говорит, я не моюсь в ванной. Так что тут мыться-то? Как ты тут же сам? Там реально базуку можно. Да, можно. Тут можно все угодно подхватить. Да. Зеленских нет, блин. Тут можно найти, что хочешь. Да, тут такое можно найти, что да. Я вижу. Я, говорит, убираюсь. Фотографии мне прислал. Я убираюсь. Время пройдет.
А, ну ты до деловой, тебе на работу, наверное. Ну, в 4 утра мне. В 4 утра, да? Ты же инвалид, официально нигде не работаешь. Как, на какую работу? Да вам какая разница, где и как? Мне разница большая, потому что ты не заплатил и не выматываешься из квартиры. Вот и все. Вся разница. Тут цветные заезжали, им все объяснили, они четко меня знают. Цветные? Я не понимаю, про каких цветных ты говоришь. Полиция. А, они цветные, да, полиция? Очень хорошо. Очень хорошо. Они тебя знают, они заезжали. Вот у него продолжение байонкета стоит, видите? Завтра все будет, суд и все остальное. Но ты же нищеброд, у тебя же ничего нету. Да, у тебя даже пенсии не будет, представляешь? Аж боюсь. Я знаю, ты уже один раз выступал там на улице, были свидетели, когда ты тоже так же говорил, а на утро ты был как шелковый, потому что, знаешь... Мне не с кем поговорить. Мне не с кем поговорить. Я сама с тобой разговариваю. Это моя квартира, это мои стены. Это все мое было когда-то, вот, пока ты не засрал. Нахрена вы мне в уши это все? А я хочу и говорить. Хочу говорить. Да? А что, знакомо? Да какая разница? А что знакомо? Хохлы все такие, да? Да. Ну, скажи, да, вот, скажи. Начинаю, блин, ну, порох ноль, зелень ноль. Нормальные пацаны Донбасса, когда пахнет, ну, блин, пожалуйста, вы хотите действительно это услышать? Да. Зачем? Вот просто хочу. А что здесь столько времени жду, когда ты вымотаешься отсюда? Я сейчас жду, кому подписать. Ну, да, договор. Ты подпишешь договор о расторжении с сегодняшнего дня. Ждем. Маклер едет. Он не должен по твоему требованию первому. Он с Пакистана едет? Да, он едет из Украины. Через Камнагар? Да. А тебе придется ждать. Ничего не сделаешь. Ну, и терпеть мое общество. Я это так и понял. Угу. Там нажимать ничего не надо. Там раз, кнопочку нажмем. А это, кстати, была лампа. Вы, кстати... Мне коробочку гейши за вот эту уборку. Смотри, я Александр, не Александр послал вот это, да? Угу. Александр Ильич, ничего себе. Угу. Что-то я вас не видел, когда я сюда заезжал, здесь все лилось. Все лилось? Ох, интересно, что же тут лилось? Вам показать результат? Результат? Да ты глаза вниз опусти. Результат. Дело в том, что я наверх хожу, а не вниз. Дело в том, что это лилось, чтобы залить это. Ну, чтобы помыть это. Так и что ты бегаешь? Реально настойчивый. Да, ты думал, испугалась. Ух ты. Хер. Снял бы? Все сняла я. Так, он нам угрожает. Он угрожает. Слушай, нет, Ванин, он угрожает нам. Ваня, он угрожает маклеру. Угрожает маклеру. Кидается на маклера. Все, это все ясно. Утром убирает. Нахуй ты провоцируешь. И все будет творить. Все, весь ремонт.
Куда тебе идти нельзя вообще? Утром он обязуется покинуть эту квартиру. 21-го. Кто там заявил? Блин, я не знаю.